Сегодня на нашем втором уроке мы с вами изучим фотосинтетические пигменты в клетках растений и установим связь с технологией STEM. Для этого обратите внимание на видео. На этом уроке у нас с вами будет рассмотрено дифференцирование научных подходов по теории пигментов и объяснение сходства хлорофилла в составе хлоропласта с гемоглобином в составе крови человека. Мы также изучим пигменты, содержащиеся в клетках растений, выращенных в почве и гидропонике с помощью бумаги хроматографии. Также мы сегодня с вами будем определять пигменты, содержащиеся в растительных клетках, выращенных в почве и гидропонике. При таком способе определения будет применяться метод хроматографии. Полученные результаты исследования будем анализировать и дифференцировать, составляя таблицу с помощью кода CQL. Существует очень много научных подходов к теории пигментов. Теперь я хочу задать вам такой вопрос. Что мы знаем об этой теории пигментов и какие цвета нам известны? Какие цвета относятся к основным цветам и смешанным цветам? Как по-другому назвать цвета и какие цвета содержатся в автотрофных растениях, которые осуществляют фотосинтез? Согласно теории цветов, основные цвета включают красный, желтый и синий, а смешанные цвета можно получить, соединив и смешав эти основные цвета между собой. В природе все окрашено в естественные цвета. Теория семи цветов была сформулирована в 17 веке и связана с именем Исаака Ньютона. Исаак Ньютон классифицировал 7 цветов. Давайте теперь обратим внимание на следующее исследование. Для этого мы будем изучать содержание пигментов растений, выращенных в почве и гидропонике, с помощью бумаги хроматографии. Таким образом, согласно последним полученным результатам, находим RF-значение. В качестве конечного результата вам нужно будет сравнить значение RF и определить, в каких случаях процесс фотосинтеза протекает интенсивнее.
Гидропоника – это метод выращивания растения в воде. Основная цель проектной работы, выполненной учащимися, состоит в выращивании растений в воде и сохранении эрозии почвы. Ученики высаживали различные виды растений, выращивая растения в воде. Мы решили взять лист этого растения и исследовать его с помощью метода хроматографии.
В растениях пигменты классифицируются на две части. Это фотосинтетические пигменты и антоцианиды. Антоцианиды также называют защитными пигментами. К ним относятся пигменты красного, фиолетового и синего цвета. Фотосинтетические пигменты мы классифицируем как хлорофилл и каротиноиды. Хлорофилл имеет зеленый цвет. К ним относятся хлорофилл А и хлорофилл Б. Каротиноиды бывают желтого и желтоватого цвета. Классифицируем их как ксантофиллы и каротиноиды. Ксантофилл имеет желтый цвет, а каротиноиды – желтоватый. В общих растениях пигменты могут быть идентифицированы с помощью метода хроматографии. Для определения пигментов, содержащихся в клетках растений, можно использовать метод хроматографии.